Привет, друзья. Слушайте, меня это очень радует, конечно, потому что у нас школа расширяется, увеличивается. Молодцы, друзья. Дело в том, что у нас же темы-то актуальные, вот сейчас волна вторая ожидается. Ну, там многие люди в таком необыкновенном состоянии, то ли да, то ли нет, вот эта неопределенность. Вы знаете, мне недавно пришлось девочку из суицида вытаскивать. Я применил методику, знаете какую? Короче говоря, почему люди так делают? Почему они не ценят жизнь? Потому что в этой жизни, в которой они находятся, счастье, смысл, вот допустим, какой-то вот у кого-то есть смысл жизни, не хочется ему терять это счастье. Вот мы смотрим, как скрипач наш Андрей, когда играет, он говорил о вот этом состоянии счастья, в которое он входит. Ну, Чинскен Михаил, там психолог великий, я его очень уважаю, говорил о потоке, когда человек входит в это состояние, когда он занимается любимым делом, не только играет, а там в любом деле другом, входит в этот поток, в это состояние, где он испытывает счастье. Он называет это, ой, забыл каким словом там. Ну, короче, это такой кайф там, вот ни за что, ни на что не променяешь. Вот это для людей смысл жизни. Ну, а вот эту девочку я вытащил каким образом? Я ее, значит, когда она сделала несколько упражнений, она вышла на это состояние ключа. Она в этом состоянии, я ей сказал, вспомни, в какой момент жизни ты бываешь счастливой. Да. Вы знаете, за 3 дня я справился. И я просто горжусь собой, потому что, а как же, оказывается, наш канал очень полезен. Полезен. Теперь она вот смотрит, и я... Настюша, Настюша, привет тебе. Я вот что хочу сказать. Вот мне Влад прислал статистику, значит, нашего канала. Там, для примера он сравнивает, для примера он сравнивает там... Сколько про 100, у нас, допустим, там 41 тысяча подписчиков, да? Но у нас быстро растет, потому что у нас полезный канал. Понятный, ясный, потому что мы помогаем людям научиться быстро снимать стрессы, выходить на состояние любимого дела, открывать свои таланты. И, конечно же, были счастливыми. А как только счастье, вот сейчас все пишут о том, оказывается, гормоны от этого зависят. Даже смехотерапия там есть, даже вот то, что вот настроение, когда вы себе делаете, там, одесские анекдоты смотрите, или мои картины смотрите, или наш канал смотрите, и когда, или упражнения делаете в любимом деле, когда эндорфины там, ну, эндорфины там целая группа, и серотонины там всякие и прочее, когда они включаются в хорошем настроении, онкобольные выздоравливают. Я многих знаю, у которых просто и доброкачественные какие-то, когда уже... А вы знаете про целителя, что мне там мой друг написал? О, ой, что он мне написал, что человек там, он смотрел целителя, ему 80 с чем-то лет. Он входит сам в транс. Он сам в транс входит, и в этом трансе он чувствует, как лучше делать массаж. И он там делает массаж, как-то так делает необычным образом, потому что он в трансовом состоянии лучше это чувствует, в этом ключевом состоянии он ставит себе такую задачу. Но это как эти самые предсказатели, они же тоже входят в транс, и там им подсознание подсказывает, потому что шаблоны уходят, стереотипы уходят, страхи уходят, комплексы уходят. Лучшее видение, понимаете, интуиция. Так вот, там он, Аслан Мутаев, мой друг, да, большущий друг, потому что мы много лет дружим, и он всегда давал комментарии философские, молодец, молодец. И он мне пишет про этого мужика, он ходит в транс, и в этом трансе делает какие-то манипуляции, к нему все там ездят, где он там живет, не знаю, в деревне или где-то там. И вот, значит, подробностей я не знаю. Но Аслан, спросите Аслана, он напишет вам все это. Аслан, напиши, пожалуйста, что за мужик, как он это делает, что у него такой эффект целебный.
там у него столько людей, которых он выводил из тяжелейших состояний. И самое интересное, мне Аслан написал, что у этого мужика после того, как люди выходили, там несколько, 2-3 дня у них были какие-то тошноты, рвоты, и он им говорил, не мешайте этому, пускай вы тошните там, рвите там, потому что организм очищается. Видите, что происходит? И буквально за несколько дней они выздоравливают. Вот это же поразительно, да? А мы это ключевое состояние, у нас как таблица умножения, 2 за 2, 4, мы все проходим. Почему мы это знаем? Потому что у нас принципы, правила, приемы, как подобрать себе индивидуальный прием. Самое главное, чтобы синхронизация. Там это мужик сам себе по интуиции научился. По интуиции. Ну вот, видите, кто-то звонит, извините, наша востребованность такая большая. Но послушайте одну такую вещь. Влад мне там написал. Самый такой большой, у которого много-много приходят людей, у него там на канале там 500 000 или сколько это, но у него, говорят, 25% от количества подписчиков просмотров, а у нас 125%. У нас всего 41 тысяча с чем-то, но у нас 125% просмотров. 125, а у него только 25 при таком количестве подписчиков. Представляете, как мы растем. А вы знаете что? Если мы сделаем сейчас 100 тысяч подписчиков, а мы быстро это сделаем, то мы можем придумать такую вещь. Вот у нас же вебинары есть. 101 подписчик, допустим, сразу будет получать на все вебинары такую скидку мощнейшую. Ну, мы там все это еще, это самое сделаем. Я же хочу, чтобы вам все это было доступно бесплатно, понимаете? У нас бесплатный ликбез. У нас сайты, на которых много чего можно понять. Да, у нас много чего бесплатно. Ролики, смотрите, если вы просмотрите 10-15 роликов, вы уже овладеете многими приемами, сможете... Вот сейчас волна вторая какая-то, вы увидите, как вы все эти неприятности пройдете. А самое главное, будете счастливыми. А когда вы будете счастливыми, никаких там девочек с суицидами, никаких депрессий, эндорфины и все прочее, все у вас будет в порядке. Друзья, до встречи. До встречи.